So you are a very powerful civil society organization, the Atom Project. Вы очень влиятельная гражданская организация, проект Атом. And you're working not only in Kazakhstan or in Central Asia, but worldwide. Вы работаете не только в Казахстане, Центральной Азии, но и по всему миру. What would you describe as your achievements in all these years? Как вы могли бы описать свои достижения за все эти годы? Я бы хотела немножко начать издалека. Где-то 25 лет назад, когда мы начинали с отдельного движения «Невада Симпалатинск», которое возглавил наш поэт Олзас Сулейменов. Вот, в 1989 году, когда он впервые рассказал о том, что происходит у нас на Симпалатинском полигоне. В то время у нас была самая... Во-первых, у нас была первая цель – это закрытие Симпалатинского полигона. Вот, и очень тысячам, миллионам людей, и дети, и взрослые, все, кто мог, в первую очередь, с первых дней стали участвовать в этом движении. И, естественно, это было требование закрытия Симпалатинского полигона. И, конечно же, наши требования, наши голоса были услышаны. Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев своим указом закрыл Симпалатинский полигон. Это было нелегкое решение, которую он принял, это было, наверное, может быть, тяжелое решение. Вот, потому что 90-е годы это были тяжелые годы в Казахстане. Вот, и то, что он своим указом закрыл Симпалатинский полигон, это в первую очередь он показал миру, что Казахстан выбрал политику мира, политику согласия. Конечно, да, всего не описать все, что происходило у нас в Симпалатинске в течение 40 лет. И это каждый год, каждый раз новые ядерные испытания. И те люди, которые мы, обычные люди, жили вот возле Симпалатинска. Вот я, например, вот живу в селе, которое находится в 100 километрах от Симпалатинска. Вот, и очень много людей, конечно же, пострадало от этого. Естественно, это в те времена это был Советский Союз, и это было все под грифом «секретно». Не разрешали, врачам даже не разрешали ставить диагнозы. Рождались очень много, рождались больных детей. Была высокая смертность, детская смертность. Очень много было болезней, связанных с раком крови. Но в те времена это было секретно, и это было запрещено об этом говорить. Мои родители, они были живыми свидетелями. Вот мой отец, он всю жизнь был водителем. Он часто ездил, даже заезжал на территорию этого полигона. Вот, его часто военные вылавливали. Вот, и моя мама, она еще когда была молодая, она тоже видела вот эту вот яркую вспышку. Вот, и до меня у нее было двое детей, вот был мальчик, который прожил всего 6 месяцев. Была девочка, которая тоже прожила всего там 8 месяцев. И потом уже родился я у нее без рук. Но я хотел бы вам именно сказать то, что первый раз мы узнали об ужасах ядерного оружия. Это когда мы узнали о той трагедии, которая произошла в Хиросиме Нагасаки. Вот, и когда мы видим, к чему приводит вот это вот ядерное оружие, как пострадала Хиросима Нагасаки, когда была сброшена, были сброшены две атомные бомбы. И мы в первую очередь, конечно, узнали вот об этой истории. И, естественно, Советский Союз – это была огромная страна, это было 15 республик, которые были вместе. И после того, когда увидели, что американцы имеют такое ядерное оружие, то, естественно, мы не,
мы не могли молча со стороны смотреть на это. И, естественно, был в то время глава Советского Союза Сталин дал срочный указ, вот после как раз вот этой бомбардировки, срочно издал указ о создании ядерного полигона. И выбрал именно территорию Казахстана, Семипалатинск, так как они думали, что Казахстан – это большая территория и малонаселенная. И для нас, конечно, первой победой было для простого народа это то, что все-таки Семипалатинский полигон был закрыт. Это первое достижение, которое мы достигли. What gave you the inner drive, you know, to undertake all these activities? Но что вас на самом деле сподвигло внутри повторять эти действия? Ну, так как я говорю, мы жили в маленьком селе, и мы часто просыпались, и когда у нас шла вот эта вот взрывная волна, и она шла, проходила мимо, прямо по нашему району, и мы часто просыпались, когда у нас начиналось трясти дом, начиналось качаться люстра, гремить посуда в шкафах, и мы постоянно чувствовали на себе это. Первая взрывная волна, которая проходила, это проходила через наш район. Ну и, конечно же, очень много я видел семей, в которых рождались больные дети, которые страдали. Очень много было болезней. Вот, и когда первый раз стали говорить открыто об этом, и некоторые военные в то время, генерал, полковник, они в то время немного приоткрыли завесу секретности, и стало известно очень много секретных деталей, которые раньше до этого мы не знали. И узнали о том, что после очередного испытания был замечен выброс радиации наружу. Ну, естественно, конечно, то, что все, хотя в то время это было тяжелое время, у нас в то время не было ни интернета, не было вот этих сотовых телефонов. И мы собирали голоса людей, мы собирали буквально вот такие большие коробки с подписями людей, которые отдавали свои голоса против ядерных испытаний. Были большие мероприятия организованы, да. Мы устраивали марши мира. Сначала мы приглашали американцев к нам на наш Семипалатинский полигон, где мы устраивали марш, митинги, протеста. Потом мы ездили в штат Невада, где находится американский полигон. Тоже там устраивали митинг прямо у ворот этого полигона. Но with the initiative of President Назарбаев, an international day against the nuclear tests has been declared. It will be 29th of August. Now, except in the case of North Korea, it seems that those kinds of tests are not taking place. But at the same time, the international treaty to ban nuclear tests, the CTBT, it has not yet come into force. And Kazakhstan and Japan have been co-chairing the initiative to create international awareness for the need for this treaty to come into force. So I'm sure you have played an important role in this. Kazakhstan would be now replaced, Kazakhstan and Japan would be replaced by Belgium and Iraq in September. So how do you plan to continue your campaign for early entry into force of the treaty? You also be talking about the adoption of the UN Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons on the 7th of July when you are in Geneva. И вы также будете говорить о принятии международного договора в Женеве 7 июля. Да, конечно, естественно. Yes, of course. Yeah. Would you have you ever had this idea, or would you like to play with the thought of traveling to North Korea, talking to the Kim Il-sung
and telling him, look, what happens if you continue to do nuclear testing, and persuade him to stop the test. Ну, естественно, конечно, мне бы хотелось сказать, что мне искренне жаль народ Северной Кореи, потому что они стали жертвами этого, вот, наверное, грязной, бессмысленной игры своего правительства. И я хотел бы сказать, что возмущения нет предела, потому что вот то, что они сейчас делают, это, мне кажется, бессмысленно. И даже со стороны смотреть, это для меня это какой-то театр. Но, ну, естественно, это идет угроза оттуда. И мы сейчас не должны молча и наблюдать на это со стороны. Потому что это опасно, во-первых. И, во-вторых, естественно, то, что как можно больше мы сейчас должны вместе, все вместе, еще больше взяться за руки, еще больше обращаться к этой теме и призывать, конечно, людей бороться против оружия, потому что наша цель – это полное уничтожение ядерного оружия. Я всегда говорила об этом и с трибуны ООН, и в Нью-Йорке, и хочу говорить об этом, кричать даже. Об этом завтра я лечу в Женеву, и там тоже у нас будет круглый стол, и я тоже буду об этом говорить. Потому что мы сейчас должны как все больше и больше собрать свои силы и направить вот на эту, именно вот на, чтобы обратить больше внимания на ядерную тему. Я бы с удовольствием, конечно, если бы у меня была возможность, я с удовольствием, конечно, обратился к этому. Но я думаю, что там намного все серьезнее. Там нет, если страна, которая игнорирует, полностью игнорирует все ультиматумы, все то, что происходит сейчас в мире, и они полностью игнорируют это, мне кажется, что там будет тяжело с ними договариваться. И мне бы хотелось, конечно, призвать в первую очередь и правительство Северной Кореи, чтобы они знали, что это такое, к чему это приводит. И даже на примере, я считаю, что Казахстан является достойным примером разоружения. И мы сейчас должны, наверное, потребовать правительства Северной Кореи, чтобы сесть за стол переговоров. В первую очередь, мы сейчас должны сесть и говорить об этом. Я считаю, что это глупо, во-первых. То, что сейчас в Северной Корее проводит испытания, это в первую очередь, мне кажется, это направлено против своего народа. В первую очередь, это будет страдать народ Северной Кореи. Вот, и для меня вот возникает вопрос, а нужен ли им такой президент? Yeah, that's a very valid question. So it has been a great pleasure to talk to you, and it's very inspiring to listen to your views. And if you would like to add some message, please do that. Ну, мне, конечно, бы, конечно, хотелось бы сказать, что сейчас в наше время, мне кажется, никто не должен остаться в стороне, и каждый, кто вот вчерашняя конференция Павловская, где собрались все ученые, то это все идет, очередной шаг приближает нас к цели. И каждый, будь это организация, будь это физическое лицо, но сейчас они стремятся что-то сделать для построения мира без ядерного оружия. Я могу это делать с помощью своих картин, потому что в картинах это мой призыв, это, наверное, не только мой призыв, крик моей души, но и от имени всех жертв, и Симы Палатинская, и Хиросимы Нагасаки, и будь это жертвы, которые жили в
штат Невада. Вот от имени этих людей, это и есть моя, мои картины, это и есть обращение к обществу. Потому что страшно представить, что получится, если пусть любое оружие, будь это химическое, будь это атомное, если вдруг попадет в руки террористов. Вот, и как вы знаете, что терроризм все больше и больше сейчас показывает себя. Поэтому мы сейчас должны более внимательно и еще с сильным вместе, наверное, об этом думать. Я просто хотела сказать, мне очень нравится высказывание слова нашего поэта уже современного. Он сказал так: хочешь мира, готовься к миру. Thank you very much. We'll be visiting your exhibition at the National Museum. Спасибо большое, мы посетим вашу выставку в Национальном музее. You're welcome. Yeah, thank you.